Думаю, что нет. То выборы абсолютно незаконные. Я считаю, что выборы нелегитимные. Мне кажется, да. Это нелегитимные выборы. Нет, они нелегитимные. Там пусть хоть обезьяна сидит. Поэтому легитимность этих выборов мы признаем. На Украине творится беспредел просто. И вообще не доверяю там никому. Абсолютно нелегитимные. Я думаю, что они нелегитимные. Я не знаю. Безусловно, нет, потому что в то время, когда на Украине идет гражданская война, когда армия используется против собственных граждан, как бы их ни называть, сепаратистами и так далее, это не дело армии внутри страны. Никаких легитимных выборов быть не может. Когда не все регионы участвуют в выборах, тем более не может быть легитимных выборов.